Всем доброе утро. У нас Питер, у нас снегопад, у нас пробки, у нас, как всегда, в нашем городе, по крайней мере, зато ушла грязь и сильные морозы. Всем добрый день. Появилась маленькая минутка вырваться в перископ между работой, между клиентами. Даже не то, что между. Мой клиент еще работает, но она разрешила мне чуть-чуть поперископить. Привет Нижнему Новгороду. Киеву, Москве. Всем доброе. Эстония, Израиль. Вау, ребят, вас много. Ульяновск. Так, ну, тренировка. Тренировка у меня идет с Анечкой, с моей клиенткой. Она готовится у нас на апрель по бикини. Сейчас мы пока находимся на ее максимальной массе. И потихоньку, где-то с конца января, начнем уже готовиться под бикини, под апрельские соревнования чемпионата Санкт-Петербурга. Привет Тамбову. Всем привет. Что сегодня тренируешь? Сам буду тренировать, наверное, аккуратно спинку, а закачивать гиперэкстензии, задний поверхность бедра, ягодицы, что-то так. Анечке привет. Анечке передал привет, но она очень целенаправленно тренируется, поэтому вряд ли слышит. Астрахань, привет. Кауга. С удовольствием провели бы со мной тренировку, да. Но я только в Петербурге, по крайней мере, пока. Саня, скажи привет Корскому. Передал. Так, ну, сегодня мы уже с Аней отработали на балете, это с манжеткой. Сейчас ушли на классику, ушли на становую тягу и на прыжочки. Взрывная энергия совершенно иначе прогружает все мышцы, потому что обычное приседание даже с большим весом, это абсолютно ничто по сравнению вот с такой взрывной динамикой вверх, когда нужно выпрыгивать. Можно при плечевом режиме тренировать два раза в неделю. Ребят, перетрен – это штука такая, которая никуда не уходит. Поэтому тренировать два раза в неделю – это все-таки многовато. Тренируем одну силовую, одну такую легкую, когда просто закачиваем маленькими весами, без сильной устали и всего остального. Загар? Я и не сильно загорал. Аня, скажи всем привет. Всем привет. Все. Анечка работает, отдыхает. У нас еще три захода – 20 и 12. Знакомы все вообще не старой школы, но… Виктор Бут у меня есть в друзьях, мы переписывались время от времени, но надо понимать, что времени очень немного, интернет я посвящаю не более чем полчаса в день. Александр Шпак продает стероиды в интернете, не знаю. Дерьма много, каждый пытается, не знаю, как-то привлекать к себе внимание по-разному. Много разных видео, много фейков у меня есть, я с этим как-то особо сильно не борюсь. Что пить при болях в желудке? Для начала пойти к гастроэнтерологу, а уже потом смотреть. Бывает ли откат после 3 месяцев теста? Не знаю, откат – это чисто психологическая проблема, а не физиологическая. Вот. Так что вот так. Что у нас еще хорошего? В Петербурге стало чистенько, в Петербурге стало снежненько. Ребята, по поводу фармакологии давайте не будем обсуждать, я же говорю, эта тема как интимная. Где моя любимая? На работе. С утра сегодня встали рано, приехали в 8:30 в спортзал. Она у меня тренировалась вместе с моей клиенткой и уехала на работу. Привет. Что расскажешь об акне? Это гормональная, вполне определенная проблема. Привет, Жмиринки. Где работаю? В Санкт-Петербурге, в спортивной купармии. Стоит ли отказаться от протеина и пить БЦА? Я, в общем, так сделал, меня БЦАшки устраивают больше. Никаких побочных эффектов, нормально воспринимает пищеварительная система, чувствует все прикольно. И нету с этим никаких проблем. Количество БЦАшек 50-60 грамм в день спокойно пью. Где работает жена? Управляющая в бьюти-центре. Зарплата секрет, конечно. Зачем я ее снимаю? И некультурное слово, хотя такое прикольное животное. Не знаю, красиво. Если парням больше нравится смотреть на меня, ну что ж, это, наверное, у каждой свои особенности. Я думаю, что смотреть на симпатичную девушку гораздо приятнее. БЦА до и после тренировки, утром, как проснулись, на ночь в самый раз. Креатин нет, креатин лучше пить без загрузки. Малайзии привет. Почему именно Шпак? Ну, потому что такая фамилия была в паспорте при рождении. Пожелать Инне, чтобы она быстрее выздоравливала. Желаю, конечно, искренне. За какими видами спорта смотрю? Практически ни за какими, потому что времени на это нету. Целый день либо работа, либо съемки. В общем, как-то так. Вот. Ну что, мальчики, девочки, всем спасибо за внимание. Лет 18+. Все, что я сделал, меня устраивает. Так, ребята, мы увидимся обязательно вечером. Что-нибудь интересное будем готовить. Пообщаемся, поболтаем. Всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч вечером. Все, пока-пока. Спасибо.
Опа. Что-то у меня трансляция сразу не врубается.